Я говорю, мы с таким демоном лжи столкнулись тут. Да. Целый год практически дурака валял и только выявился вот благодаря молитвам к Иисусу Христу. Человек настолько одержимый, что даже сам не понимает, что его то в огонь, то в воду духовно бросает каждый раз. Что интересно, когда первый раз мне сообщили, первая писанина, я сразу сказал, этот человек разыгрывает нас, игра такая была в войну. По радио с немцами. Мне говорят, нет, это такой хороший человек. Ну и все, я заглох. Я сразу просто воспротивился, что нехороший человек это говорит. Ну, теперь вы можете сказать вообще это положение и как из него выбираться? Я уже сказал. Закрыть везде. Выход только один на меня. Предупредить. Она может участвовать в молитве, и в занятиях участвовать, то есть слушать. Ни слова нигде не произносить. И она не пойдет на это, я думаю, так. Ей это не надо. Ну и там ей про Исидора послать, уже послали, чтобы ей занялась эта Наталья, которая с вами разговаривала. Чтобы, выходя, она каждый раз повторяла, я бесноватая. А то у святых такой порядок был. Тут одержимость на лицо. Вот вы когда говорили с ней, я смотрел, как у ней губы шевелятся. Как она на одном месте говорит, пляшет. На одном месте. Я говорила, потом я говорила. Она не может слова сказать. Она уже через полминуты забывает, о чем говорила. И главное, коснулась группы Дятлова. Я так и не понял ее, что она на нем прыгала-то долго. Ну, там бесовщина была. Демоны это все сделали-то. Она что, защищает чертей? Вот и все. Так. Не, ну то, что ей ты писать в группе, чтобы помолились за нее, что она... А мы молиться мы все будем. Так, когда от меня фотографии заберешь? Когда фотографии от вас заберу, а вы дайте ссылку, заберу. Ладно, я еще сейчас это повыбираю сколько. Надо будет разбирать, смотреть, сами уже там решите. Редко какая на полную страницу. На полстраницы хватит. А остальные там четвертинки, где отдельно человек, только голова. Там можно штук 10 на одну страницу. Дальше иду я по библиотекам. Библиотеки, где 4 вполне на страницу выйдет. У меня огромный материал. У меня было 490, кажется, уже набрано фотографий. И я это особо поместил туда, и у меня все исчезло, сгорело. Все исчезло, нету ни одной. И я уже по новой теперь начал те потерянные фотографии. А теперь я набираю новые, надо смотреть, чтобы повтора не было. Ну все тогда на этом, да? Все, с Богом.